Всем привет, дорогие друзья, с вами Миша. Ребята, мы уже не штучки снимаем, а обзор. И это обзор вот этого вот котенка Ярни. Вот такой вот маленький, хотя можно было бы его сделать получше. Я его сделала из красной глины, она вытаскивается на некоторых местах. Но это просто... Вдруг она соскочит или нет. Короче, вот такой вот котенок Ярни. Его сделали мне из шерстяных ниток. А из это обычных. И глазки у него из пластилина. Руки из проволоки. Ноги тоже. Короче, вот такой вот. Это котенок из игры такой. Да, вот, ребята, из вот такой вот игры котенок. Вот такой же он и у меня. Но только в игре он там, если вы его заметили, красный, с ниточкой длинной, ребята. Он там больше похож на взрослого, чем у меня. Хотя... Вот такой вот котенок, ребята, вот такое вот видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока.